На территории Одинцовского городского округа возобновляет свою работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Покупка и доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, помощь по дому. Все эти задачи волонтеры готовы выполнить в кратчайшие сроки. Кроме того, вместе с активистами «Единой России» они будут проводить мониторинг соблюдения жителями масочного режима, вести разъяснительную работу и раздавать средства защиты.